уже в октябре вы сможете посмотреть мини-сериал под названием «Стрекоза на дому». Там в нем главные роли сыграли Эмилия Спивак, Оксана Базилевич, Олег Назаров, Эдуард Каланчук, Ольга Любимова. Доктор Софья Сорокина, которая сыграла Эмилия Спивак, работает в хирургическом отделении одного из городских медицинских учреждений. С успехом совмещая карьеру и семейную жизнь. Жизнь профессионала, жены и матери двоих детей расписана по секундам, но однажды наступает момент, когда этот всегда эффективный тайминг дает существенный сбой. Сперва героинь, несмотря на ее нежелание, приходится пойти на повышение, затем и свекровь подвергается нападению хулигана в парке, из-за чего Соня теряет самого надежного помощника по дому. Семье не остается ничего другого, кроме как пригласить постороннего человека на должность домработницы. Таким образом, им приходится нанять домработницу. Но со временем оказывается, что эта женщина выдает вовсе не за того, кем кажется. Кроме того, эта молодая женщина попала к ним не просто так.